Инспектор УГАИ МВД Таджикистана, сбивший пешехода, приговорен к 8 годам тюрьмы. Он управлял автомашиной, причем не своей, в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор УГАИ МВД Таджикистана, прапорщик милиции Гайрат Джон Курбанов, приговорен к 8 годам лишения свободы за смертельный наезд на пешехода, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана. В середине лета прошлого года, находясь за управлением автомобиля марки Toyota MR2 в состоянии алкогольного опьянения на дороге район Рудаки, Душанбе на большой скорости сбил пешехода Шавката Азизова. Азизов от полученных травм скончался по дороге в больницу. Отметим, что машина Toyota MR2 принадлежала брату Курбанова, и водил он ее без соответствующего разрешительного документа. Приговором суда района Рудаки Гайрат Джон Курбанов был осужден сроком на 8 лет с лишением права водить автомашиной сроком на 10 лет. По данным МВД, в 2018 году в республике были зафиксированы 1285 ДТП, в результате которых погибло 395 человек и 1357 получили травмы различной степени.